Они сметные сокровища черного фрегата, закопанные на сотнях необитаемых островов, так никто и не нашел. Котятам очень понравилась пиратская история, в которой капитан черного фрегата прятал свои сокровища, а другие пиратские капитаны пытались их найти. И они решили сыграть в новую пиратскую игру. Компот будет прятать сокровища в секретных местах, а Коржик и Карамелька попробуют их найти. Наши сокровища никто не найдет. Котята бросают кубик по очереди. Какое число выпадет, столько ямок и сможет выкопать игрок. Чтобы получить спрятанное сокровище, нужно выкопать его целиком. Сейчас покажем, как надо. Все клады наши! Сейчас посмотрим, кто кого. Вот это да! Сейчас посмотрим, кто кого. Здесь все наше. Сейчас посмотрим, кто кого. Блестящая победа! Это же пиратские клады, их забыли спрятать. Хватай сокровища скорее! Открывай сундуки выстрелами из пушки. Некоторые из них пусты, а в каких-то есть сокровища. Котята бросают кубик по очереди. Какое число выпадет, столько выстрелов и сможет сделать игрок. Здесь все наше. Все клады наши! Здесь все наше! Сейчас посмотрим, кто кого. Сейчас посмотрим, кто кого. Теперь наша очередь. Это поражение. Клад надежно спрятан.
Здесь все наше. Ага, удача. Вот это да. Здесь все наше. Это сокровище. Сейчас посмотрим, кто кого. Все клады наши. Блестящая победа!